Приветствую вас. Помочь вам, конечно, можно. Другое дело, пока непонятно, с чем помогать. Понимаете, мы психологи, мы не гадалки. Да, мы не знаем, что именно с вами произошло. У того, что вы не можете найти работу и построить личную жизнь, может быть, очень много причин. Я даже говорить сейчас их не буду. То есть я не буду обговаривать эти причины сейчас. Вот. Понимаете? Я думаю, что важно понять, в чем конкретная проблема у вас. То есть вот именно в чем она заключается. То есть, грубо говоря, значит, то, что вы не можете найти работу, да, то, что вы не можете найти работу, это, по сути, всего лишь следствие. Это не причина. Да, это не причина. И тут у вас в личной жизни проблема. Это тоже только следствие. Вот. Это следствие другой, более реальной проблемы, о которой вы, возможно, даже не подозреваете. Ну, в силу ряда причин, да? И вот с этим уже можно работать. С этим уже можно будет что-то сделать. С этим уже можно будет, это уже можно будет поисследовать. Вот. Понимаете, какая история? Ну, так, по крайней мере. Так, по крайней мере. Это видится мне. То есть, вот так это мне представляется. Именно исходя из того, что вы написали. Знаете. Грубо говоря, вот если так сформулировать, да, почетче немножко. Какая вы женщина? В отношениях с мужчинами, что у вас вот не получается построить отношения. Какая вы женщина вообще? Вот. По поводу чего? Вы строите отношения с мужчинами. То есть, как вы их выстраиваете? Отношения эти. С мужчинами. Вот. Ну, выстраиваете, да, вот что получается, что не получается. Вот. Это нужно исследовать, потому что это важно, да? Вот. Так мы не ответим вам, в чем у вас проблема конкретно. Понятно, да? О чем идет речь?
То же самое касается и, в общем-то, работы вашей. Тут история та же самая. Как вы выбираете работу? Чем вы руководствуетесь при выборе работы? Своей работы. Как вы себя ведете на работу? Что вы хотите получить от своей работы? Ну, то есть, чего вы ждете от работы? Ждете ли вы чего-то от нее? А работаете вы с какой целью, да? С целью достичь результата, например? Какого-то определенного. Или вы работаете, скажем, ну, в какой-то другой цели. Да, то есть эта цель может быть, там, например, кому-то что-то доказать. Может быть что-то еще. Подумайте об этом. Это тоже важно. Это очень важный момент. Вот. Ну и примерно вот с этих аспектов вы можете начинать взаимодействовать. А там уже, в общем, будет понятно. То есть, там уже, в общем и целом, будет понятно, что и как. Ну, в чем у вас сложность заключается? Понятно? Вот примерно так можно вам ответить на ваш вопрос. Я понимаю, что этого мало, я понимаю, что этого недостаточно, вот, но, тем не менее, для более полного ответа, вот, нужно, чтобы вы лучше о себе рассказали, ну, чтобы вы больше о себе рассказали, чтобы было больше информации о вас, чтобы было понятно, о чем мы ведем речь. Вот. Так что поможем. Выбирайте себе психолога на нашем ресурсе и начинайте с ним работать по своей проблеме. И результат не заставит себя долго ждать. Понятно, да? Вот, на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен для вас. Надеюсь, что вы для себя извлекли что-то, ну, именно вот, извлечете для себя из этого, возьмете что-то на вооружение, вот. Значит, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.